Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! А чем это у нас так вкусно пахнет? Доброе утро. Доброе утро. Ну, Варя, извини меня. За что? Ну, за то, что я заснул. Как-то неудобно вышло. В первый раз, что ли? На самом деле, я очень рада, что ты осталась. Если бы у тебя случился приступ, я была бы рядом. Прошу к столу. Не ешь? Ты не любишь омлет? Прости, надо было спросить тебя сначала. Нет, что ты, я люблю. Просто мне никто никогда не готовил завтрак. Ну, кроме мамы, разумеется. Так пробуй. Очень вкусно. Правда? Кстати, предупреждаю, у меня для тебя есть план. Ну, на сегодняшний вечер. Опять будем летать на воздушном шаре? Не, никакого экстрима вообще. Слава богу. А куда мы поедем? Есть одна идея. Какая идея? Так пусть это будет сюрпризом. Как там дела с проектами? Работа идет полным ходом. Ну, что идет, это хорошо. Но послезавтра его нужно показать заказчикам. Мы успеваем к сроку? Да, конечно. Все успеем, все будет готово. Стас, а что ты думаешь по поводу Валентины? В каком смысле? Ну, в смысле, тебе нравится, как она работает? А Валентина хороший работник. А Регина? Регина? Ну, она тоже хорошо справляется с обязанностями. Ты думаешь? Ну да. Вы разве так не считаете? Ладно. Сдадут мне проект и посмотрим. Как продвигается работа? Хорошо. Проект будет готов завтра. Отлично. Шикарно выглядишь. Спасибо.
А ты на какой стадии? На финальной. Регина, можно конкретнее? Мне осталось подправить фасад и план кровли. Правда? Можно взгляну? Пока не можешь. Почему? Регина, мне нужно убедиться, что проект будет готов к сроку. Директор меня лично об этом попросил. Мой проект будет готов к сроку. Так и передай своему директору. Ты выглядишь как настоящая наездница. Спасибо. Правда, я никогда не сидела в седле. Ну, ничего, у тебя получится, так что не беспокойся. Ведь я тебе очень благодарна, конечно, но как это может помочь в завоевании Стаса? Во-первых, ты научишься сидеть в седле. Во-вторых, это даст тебе уверенность. Ну и в-третьих, вот это Гром. Ты на нем поедешь. Привет, Гром. Привет, мой хороший. Привет. Моя мама оказалась права. Почему? Ты настоящий рыцарь на белом коне. Перестань. Ну, проходи, чего ты боишься? Гром, говоришь? Да. Какое грозное имя. Зато у него характер мирный. Надеюсь, ты с ним поладишь? Мы с тобой подружимся? Гром, подружимся? Тебе нравится лошадь? Чудесно. Ну, прекрасно. Ну чего, давай садись. Чего стоишь-то? Инструктор тебе поможет. Давай. Спинку, главное, ровно держи. Как скажешь. Витя, пожалуйста, не фотографируй меня! Почему? Нет, ну серьезно, абсолютно не фотогеничная. Замечательные фотографии, я потом покажу тебе. В общем, так и помчался задом наперед. В седло вцепился! Голову боялся поднять. Только лошадиный зад и видел. А ты, кстати, для первого раза. Вообще все замечательно сделала. Спасибо. Когда я с тобой, у меня почему-то все получается. Так, рассказывай, какой у нас следующий шаг в покорении Стаса? Следующий шаг сделает он. И какой? Спасибо за прекрасный вечер. Это было самое лучшее свидание в моей жизни. Ты чего? Чего? Так и будет. А, ты думаешь, что Стас пригласит меня на свидание? Конечно. Мне кажется, до этого еще очень и очень далеко. А это очень скоро уже произойдет. Очень скоро. Он уже обратил на тебя свое внимание. Нет, я к этому морально не готова. Да ты ошибаешься, ты уже готова. Думаешь? Да. А давай ты побудешь Стасом. То есть ты хочешь отрепетировать свидание? Вроде того. Так. С чего начнем? Давай с конца. Просто мне кажется, что прощание – это самое сложное. Ладно. С конца. Валентина, время, проведенное с вами, оно пролетело незаметно. Я вспоминал каждый миг и… Витя! Давай еще раз, только без пафоса. Представь, что ты это сам мне говоришь. То есть я вот это говорю сам? Я закрываю глаза, потому что ты мне раскалываешь. Начали. Валентина. Валь.
Какой же я дурак. Ну как я сразу не мог заметить твою улыбку, твой замечательный смех, твои прекрасные глаза. Каждое мгновение, которое я провел с тобой, наполнило меня теплотой и радостью. Я даже не думал, что со мной такое случится. Ну, а дальше поцелуй, и все. Без пафоса не получилось. Ну, прости, я, конечно, старомоден. Зато ты сейчас во всеоружии, понимаешь? Это ну, да. Че, пойдем, а то темнеет уже. Да, и холодно, зябко. Ну, смотри, прекрасная фотография. Да нет. Просто фотограф хороший. Это Стас. Так ответь, чего ты? Да? Привет. Чем занимаешься? Работаешь над проектом? Я на прогулке. Решила немножко проветриться, но завтра к вечеру проект будет готов. Ясно. До 7 успеешь? Успею, конечно. Тогда, может, завтра часиков 8 отметим это событие? А... Валь, алло, ты согласна или у тебя есть другие планы? Да. То есть нет планов. Согласна, конечно. Тогда до завтра. Пока. До завтра. Ну и что он сказал? Он позвал меня на свидание. Ну так видишь, все не зря. Волнуешься? Да, волнуюсь. Пожелаешь мне удачи? Буду завтра держать за тебя кулачки. Спасибо. До завтра. Пока. Да, Оль. Привет, подруга. Занята? А, нет, вот домой иду. Не хочешь ко мне зайти? Любы дома нет, на дачу к маме отвезла. Посидим за бокальчиком вина, поболтаем. А что, есть повод? Есть. Завтра у меня свидание с Юрой. Как уже завтра? А что, я женщина свободная. Больше свой шанс не упущу. Выйду замуж за Юру и наконец-то буду жить, как всегда мечтала. Так, подожди. Он тебе уже предложение сделал? Сделает, куда он денется. А где ты сегодня была? На конной прогулке. А до этого летала на воздушном шаре. Да. Это мне все Виктор организовал. Ну, ты, подруга, даешь. Наконец-то у тебя жизнь бьет ключом. А кто такой этот Виктор? Ты мне так и не рассказал. Да так, знакомый. Так у вас с ним серьезно? Нет, мы просто проводим вместе время и все. Так он тебе нравится или нет? Мы не можем быть вместе. Почему не можете? Он что, женат? Нет, не женат. Тогда в чем проблема? Скажем так, мне нравится другое. Понятно.
Тебе нравятся оба, и ты не можешь выбрать, так? Не совсем так. Вообще не так. Ну, тогда объясни, как, потому что я ничего не... Оль, давай я тебе потом как-то объясню. Ну, потом так потом, ладно. Чтобы мы всегда совершали правильный выбор. Привет. Привет. Неожиданно снова тебя здесь увидеть. Я хочу поговорить с тобой. По телефону не могла сказать? Не могла. О чем поговорить-то? Может, все-таки пригласишь меня в квартиру? Заходи. Ты прости, что я опять приехала без звонка. Надеюсь, это не будет доброй традицией. А я тебе помешала? Так вот, ты ждешь? А кого я могу ждать? Присаживайся. Ну, например, ту свою знакомую. Я вроде дал понять, что тебя это не касается. Ты ведь не о ней собиралась поговорить? Ведь прошу, просто выслушай меня, ладно? Пойми, эта женщина меня беспокоит. Вы же с ней недавно знакомы, правда? Ну, недавно, и что? Ну вот. А вдруг она мошенница? Узнала о твоей болезни и решила подкатить. Вполне вероятно, что ее интересуют твои деньги или она хочет заполучить твою квартиру. Валентина порядочный человек. И все твои подозрения беспочвенны. Но все-таки ты не можешь... Еще раз скажешь про нее плохое слово, выйдешь за дверь. Ладно, ладно. Не злись. Прошу тебя, тебе нельзя нервничать. Ладно, проехали. Ну что, тогда, может, выпьем по мировой чашечке кофе? Да, сейчас сделаю. Спасибо. Витя, что с тобой? Тебе плохо? Слушай, что-то голова закружилась. Может, нужно выпить лекарство? Да нет, сейчас пройдет. Подожди. Знаешь, что страшнее смерти? Нет. Ее ожидание. Скорее бы все закончилось. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Привет. Привет. А ты все трудишься, не покладая рук. Ну и как? Тружусь. Кайф, у тебя очаровательная улыбка. Но я все равно вижу, что ты устала. О, конечно, такой объем работы. Угу. Много еще осталось? Нет, еще немножко. Сейчас доделаю цокольный этаж в отдельном файле, потом внесу его в основной проект и подсчитаю общую стоимость. Давай я тебе помогу. Чем поможешь? Скинь мне эскизы, я сам посчитаю смету. Нет, Стас, спасибо, я сама. Валя, я просто хочу тебя немножко разгрузить, чтобы ничто не мешало нашим планам на вечер. Не переживай, я все успею. Ну, как знаешь. Да. Валентина,
Добрый день. Это Лидия, жена Виктора. Вы помните, мы с вами встречались? Помню. Здравствуйте. Валентина, мне нужно с вами поговорить, и как можно скорее. Это очень и очень важно. О Викторе? Да. Но я не хочу по телефону. Я все объясню при встрече. Давайте через 20 минут в парке Молодежный. Договорились. Валь, ты уже освободилась? Нет, у меня встреча. Понятно. Я тоже должен отъехать. Я в офис уже не вернулся. Значит так, я заказал нам столик в ресторане. На 8 вечера. Валь, ты меня не слышишь? Слышу. Значит, ты меня не слышишь. На столько я заказал столик. Какой столик? Так. На 7. На 8. 20:00. Я понимаю, что ты устала, но ты как раз вечером отдохнешь. Угу. Мне пора. Ну, давай, давай, давай. Валь, ты же успеешь сделать проект до нашей встречи? Успею. А захвати, пожалуйста, я хочу просмотреть. А то я не успею завтра. Да, захвачу. Спасибо. До вечера. До вечера. Что с Виктором? Вы видите, вчера был приступ. Он... К счастью, я оказалась рядом, мы с этим справились. Я вижу, вы за него переживаете. Спасибо. Но дело в том, что Витя может не стать в любой момент. Да, я знаю. И я хочу попросить вас, пожалуйста, прекратите всякое общение с Виктором. Почему? Мы вчера с ним откровенно поговорили. И выяснили, что, невзирая ни на что, мы до сих пор очень дороги друг другу. И мы хотим наши эти последние дни провести вместе. Только я и он. Понимаете? Понимаю. Вы берегите его. Вы можете не сомневаться. Я надеюсь, этот разговор останется между нами. Боже мой, как ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Пожалуйста. О, нет, сюда. Почему нельзя так в офисе одеваться? Как вчерашний вечер? Замечательно. Вчера впервые была на конной прогулке. Здорово. Еще как здорово. А ты? Что? Когда-нибудь ездил на лошади? Нет, я нет. Нет. Тебе нужно обязательно попробовать. Я так не думаю. Почему? Ну, я предпочитаю быть на коне... Не в буквальном, а в переносном смысле. Ну и потом, активный отдых не для меня. А что для тебя? Ну, гольф, например. Ты вроде бы ничего не делаешь, но при этом заводишь полезные знакомства. Ну и вообще, гольф — это игра для успешных людей. Привет. Привет. Можно зайти? Заходи. Не помешало? Я просто рядом проезжала, решила зайти, узнать, как ты.
сколько внимания к моей персоне-то. Ну, ты сейчас в таком сложном положении, как иначе. Мило с твоей стороны. Ого! Налицо все признаки большого и светлого чувства. Прости, я не права, извини, пожалуйста. Да нет, права. Большое, светлое. Только ты ведь понимаешь, что никаких шансов у меня нет. А у Вали вся жизнь впереди. Вас ждут? Да, конечно. Проходите. Огромное спасибо. Mm-hmm. Добрый день. А ты знаешь, ты самая шикарная женщина в этом зале. Спасибо. И я знаю, к чему такие радикальные перемены. Ты знаешь? Конечно. Это очевидно. Внешность – первый шаг к успеху. Ты молодец. К успеху в чем? Как в чем? В карьере, естественно. А в чем еще? Варь, я тобой восхищаюсь. Вот просто восхищаюсь. За такой короткий срок так высоко взлететь. Я уверен, что такими темпами ты станешь зарабатывать в скором будущем баснословные суммы. То есть ты думаешь, что это все ради карьеры? Конечно. Ради чего еще? Но в жизни есть и другие ценности. Например? Например, дружба. Угу. Любовь. Стоп, я понял. Я согласен. Любовь, конечно, это ценность. Так сказать, условная. Нематериальная. А в нашем мире деньги решают все. Ты не согласна? Извини. Холодная. Нравится. И ты еще спрашиваешь, как ты с размером угадал? У меня глаз намет. Ну? Чтобы у нас все было, и ничего за это не было. Mm. Потрясающий вкус. Угу. Французское. Наверное, дорогое. Ну, меня цена не волнует. Я могу себе позволить все, что только захочу. Да. Мы же договорились, что бабки будешь получать по конкретным числам, ни раньше, ни позже. Все. Супруга. Достала. Твоя бывшая требует алименты? Да что, бывшая, я еще не разведен. Как? Ты же говорила, что... Ну, я имел в виду, что мы не живем вместе. А разводиться мне невыгодно, а то она оттяпает львиную долю моего имущества. А так, я и плачу необходимую сумму на жизнь и не парюсь. Ну. Мы не слишком торопим события. Ну что ты, нисколько. Мы же не дети. Я в душ. Ваш счет. А вот эта сумма откуда?
В меню цена за 150 грамм, а вы заказали 250. Я заказывал 150. Ладно, иди. Извини. Не подумай, что мне жалко денег. Просто я не могу терпеть, когда меня разводят. Ты чего? Ничего мне. Просто нужно срочно позвонить. Регин, привет. Привет. Прости, что так поздно. Я просто сейчас в ресторане, и знаешь, тут кто? Ну и кто? Валя и Стас. Чаевых не получится. Ну что, идем? Давно они там? Я не знаю. Только пришла. Слушай, я приеду. Они уже уходят. Надеюсь, тебе вечер понравился. Да, спасибо. Я рад. Правда, хоть немного отвлек тебя от проекта. Совсем забыла. Вот, тут копия проекта в отдельном файле «Цокольный этаж» и смета на строительство. Спасибо за чудесный вечер. Может, как-нибудь повторим? Как-нибудь. Да, наверное. Все хорошее быстро заканчивается. Спасибо. И о том, что мы приехали. Осторожно. Спасибо, Валя, за прекрасный вечер. Какая нежная рука. Рука музыканта. Тебе спасибо. Валя, пожалуйста, давай продолжим. Что? Не перебивай меня сейчас. Ты так изменилась. Ты стала такой женственной, сексуальной. В смысле, ты была женственная и сексуальная. Просто я дурак, не замечал этого. Помнишь, когда вовсе... Стас. Когда вовсе первый раз увидел. Стас, я влюбился. Я не могу сдерживать больше себя. Стас! Валь, ты неправильно меня поняла. Ты не поняла, это розыгрыш. Я все поняла. Да, хорошо? Все хорошо? Да, все хорошо. Завтра отчет? Пока. Все хорошо? Да, да. Ради бога, извини. Розыгрыш. Все в порядке. Это все не так, как ты подумала. Поехали. Да. Привет. Почему не отвечал? Извини, я не видел звонок. И чем ты был так занят? Я слышу, ты в машине. Куда едешь? Или откуда? Я был у родителей, теперь еду домой. Ты один? Ну, конечно, один. Что за вопрос? Хочу к тебе приехать. Регина, давай не сегодня. В следующий раз. Ладно, как скажешь. Спокойной ночи. Оль, а чего ты тут сидишь? Да так. Я от него сбежала. Как сбежала? Ты же говорила, что… Говорила. Не нужны мне ни бриллианты, ни Мальдивы. Так хотелось, чтобы у нас с Лешей все стало как раньше. Валь, ну почему?
Ведь мы же когда-то с ним были счастливы. Ну почему нельзя все вернуть? Почему нельзя? Уже слишком поздно. Ты его больше не любишь? Люблю. От этого еще хуже. Мне так хотелось, чтобы мы втроем поехали к морю. Потом. У меня работа, я занят. Теперь понятно, чем он был занят. Я не смогу его простить. А ты где была? На свидании с мужчиной. Своей мечты. Ничего себе. И как? Оказалось, что я не о том мечтала. Понятно. Поздно уже. Пойду я. Ты идешь? Нет, я еще постою. Стас! Дмитрий Сергеевич, так быстро? Ну а как же? Время, деньги. Вот флешка. Здесь копия нашего проекта вместе с посчитанной сметой. И смету просчитал? Угу. Отлично. Мы в вашем проекте изменим кое-что, сделаем дешевле, и выигрыш в тендере нам обеспечен. Вот так вот, с Божьей помощью, мой Димстрой станет главным фаворитом строительного бизнеса. Ну и с Божьей помощью, с моей. Там как обычно. А ты чем-то недоволен? Я же вам не впервые помогаю, Дмитрий Сергеевич. Риск каждым разом больше, а сумма в конверте не меняется. Сколько ты хочешь? В два раза больше. Ладно, я увеличу твой гонорар на 50%. На 70. Отлично. Остальное получишь, когда моя компания выиграет тендер. Стас! Регина? Ну, привет. Привет. Говоришь, у родителей был? Значит, в ресторане это была твоя мама, да? А я и не догадывалась, что она так похожа на Голубеву. Я все могу объяснить. Это я все объясню своему дяде. Он будет в восторге, когда узнает, что ты сливаешь инфу конкурента. Тебе конец, Стас. А я передумала. Я прямо сейчас позвоню. Да погоди же ты! Пожалуйста, пойдем ко мне. Нет. Это ради нашего будущего. Отпусти меня! Отпусти! Да давай же! Ну так чего ты ко мне зачастила? В чем причина-то? Спасибо. Я ведь знаю, ты просто так ничего не делаешь. Витя, я… Ой, только не говори, что ты меня любишь. Мы с этим разобрались, слава богу. Вить, скажи, ты меня простил? Так в этом, что ли, дело? Конечно, простил. Слушай, я обещаю, если я попаду туда, не знаю, туда, то… Замолвлю о тебе словечко. А что мне остается делать? Давай покончим с этой сентиментальной частью. Хорошо. Выпить охота. Тебе налить что-нибудь? Ведь, может, не стоит? Тебе же нельзя спиртное. Мне теперь можно все. Почему сюда звоните? Вы же мне обещали. Извините, пожалуйста, я просто хотела узнать, как он? С Витей все нормально. Насколько это возможно в его ситуации? Я прошу вас, пообещайте, что вы больше не будете нас тревожить. Да, да, обещаю.
Значит, ты водил в ресторан Голубеву ради нашего будущего. Что за бред? Послушай, я тебе клянусь, это была деловая встреча. Она передала мне флешку, вот и все. Которую ты продал нашему главному конкуренту. А я представляю, как дядя обрадуется, когда об этом узнает. Послушай, любимая. Не называй меня так. Да подожди же ты. Это правда. Я тебя люблю и все затеял ради нас с тобой. Но если ты мне не веришь, пожалуйста, рассказывай своему дяде. Прямо сейчас. Я-то могу сказать. Но для тебя это будет катастрофа. И для тебя тоже. А я тут при чем? Крыса ведь ты, а не я. Ну хорошо. Я крыса. Тебе от этого легче? Ну, выгонит он меня. Думаешь, он просто так отдаст мою должность? Разве он к тебе не придирается на каждом шагу? Да ему все равно, что ты его племянница. И, кстати, он спрашивал о тебе. И я понял, что у него есть сомнения на твой счет. А завтра он узнает, что у тебя нет проекта, и что тогда? Думаешь, он тебя не выгонит? Думаю, выгонит. Старый козел. Вот, видишь, любовь моя. Послушай меня. Я заработаю много денег, мы уедем отсюда. Откроем свой бизнес и не будем зависеть от этого старого маразматика. Звучит заманчиво. Я все ради тебя. Все ради тебя. Не сердишься? Нет, не сержусь. Но если ты мне вешаешь лапшу на уши... Как я могу? Победил. И ты не сдашь меня своему дяде? Нет, не сдам. Но если дядя узнает об этом, ты не боишься? Это проект Голубевой. Все подозрения упадут на нее. А ты неплохо придумала. Еще бы. Когда с тобой такая женщина, начинаешь шевелить мозгами. На счастье. Но только не для Голубевой. А зачем ты пришел? Вот, прости меня. Нет. Уходи. Пожалуйста. Прости, я тебя люблю. Я и говорю. Для меня твои слова больше ничего не значат. Это была ошибка, я понял. Поздравляю. Я понял, что вы с Любой самое важное, что есть у меня в жизни. А дочери вспомни. Какой прогресс. Оль, давай начнем все сначала. Дай мне шанс, ты увидишь, что... Ну, все, что надо, я уже увидела. Уходи. Оль, не прогоняй меня. Хочешь, на колени встану? Не хочу. Вот. Смотри, фиалки, ты же их так любишь. Так бери свои фиалки вместе с этим горшком, убирайся! Оль, я видеть тебя не хочу! Подожди. Да, Олег Петрович. Регина, я жду ваши с Валентиной проекты. Прямо сейчас? Да, нужно срочно. Так что передай Валентине. Да, передам. Валя, идешь на обед? Да, сейчас. Сейчас. Регин, что идем? Я чуть позже. Окей.
удалить. Олег Петрович, мой проект готов. А где Валентина? Ты ее предупредила? Конечно, предупредила. Я не знаю, почему она задерживается. Стас, срочно передай Валентине, что я жду с проектом. Давай. Валентина, ты все еще здесь? С ума сошла? Олег Петрович ждет. Давай твой проект, быстрее, поторапливайся. Уже? Так, а мне никто не сказал. Мне только на флешку перекинуть. Что-то не так? Проекта нет. Я не понимаю, я когда уходила на обед, файл был на рабочем столе, а теперь его нет. Ну как это нет? Посмотри внимательно, может ты удалила случайно? Его нигде нет. У тебя же есть копия моего проекта. Да, Валь, но она дома. Так ты можешь съездить. Я не успею. Ты смеешься. Почему? Стас, а... Алло. Ну где вы ходите? Заказчик уже здесь. Да, Олег Петрович, иду. Все, извини, не могу. Директор звонил. Заказчик уже здесь. Иду встречать. Я не понимаю. Свет, я не понимаю. Я уверена, что проект был там. Ты знаешь, когда мы все ушли на обед, здесь осталась только Регина. Одна. Есть. Если она и скачала проект, то не весь. Возьму мою флешку. Давай. Я вставлю. Думаешь, у тебя получится утереть нос Регине? Еще как. Только бы успеть. Очень хорошо. Очень. А где цокольный этаж? Этот проект не полный. Не может быть. Ну, сама посмотри. Наверное, файлы перепутала. Спешила не тот, скопировала. Ну так принеси тот, который нужен. И поторопись, заказчик будет с минуты на минуту. Сейчас все принесу. Извините, что задержалась. А я как раз принесла недостающие данные. Это проект цокольного этажа. Так, я ничего не понимаю. Чей это проект? Мы с Региной все-таки решили объединить наши усилия, подумали, что так будет лучше. Да, очень-очень странно. Регина, тогда как ты объяснишь, что... Пожалуйста, проходите. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Павлович. Добрый день. Проходите, присаживайтесь, сейчас начнем. Спасибо. Так, ну и кто будет представлять проект? Я. Регин, не возражаешь? Извините, начинаем.